Встреча председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Станислава Радченко с активом деревни Сапронова прошла в территориальном отделе «Видное» 6-й микрорайон. На прием были приглашены руководители коммунальных служб и представители администрации муниципалитета. Так как у местных жителей накопилось много вопросов по обслуживанию территории их населенного пункта, в частности, отсутствие освещения на улице Прудная. Конкретно на нашей улице основная проблема – это была дорога и уличное освещение, которое у нас отсутствует. Поэтому мы обратились с инициативой к администрации и профильным ведомствам для решения данной проблемы. У нас старые-старые провода, которые мало того, что путаются без конца, они горят и обрываются. Вот за этот месяц третий раз мы вызываем бригаду. Мы говорим об электроснабжении. Об электроснабжении. Я обращение тогда подготовлю. Они каждый год в любом случае проводят и замену, и ремонты, чтобы мы не каждый раз звонили на станцию и просили там что-то здесь подкрутить и залатать. Давайте мы тогда обратимся, и вы дайте мне свое мнение. Еще одна проблема, которая волнует жителей деревни, это ремонт автомобильной дороги. Данная дорога будет 5,5-6 метров. Ну, то есть все зависит от длины. Вот. В предварительный план ремонта мы ее включали на 2022 год. Данную дорогу привести в нормативное соответствие до асфальтового покрытия. То есть без бортового камня, без ливневой канализации, просто привести в нормативное состояние. Также в ходе собрания поднимались вопросы водоотведения и водоснабжения в населенном пункте, организация уборки снега в зимний период и благоустройство детских игровых площадок и общественных зон отдыха. На набережной микрорайона Купеленко, который у нас сейчас является только небольшой набережной благоустроенной. В этом году выделен Совет депутатов большие средства для того, чтобы был разработан проект парка. И сегодня мы говорили с жителями деревни Сапронова о том, чтобы продлить парковую зону набережной реки Купеленко за деревню Сапронова. Там есть земельный участок. Есть проблема по благоустройству, по дорожному строительству конкретно. В деревнях, которые у нас сейчас здесь недалеко от микрорайона Купеленко находятся, тем не менее, о них нельзя ни в коем случае забывать. Сейчас мы набросали некую дорожную карту, и в будущей поправке будем стараться включить как раз вот эти важные объекты, в том числе и благоустройство дорожного. Все предложения и замечания жителей деревни Сапронова депутат взял на личный контроль. Спасибо жителям за то, что за их неравнодушие, за то, что они действительно вот в таком хорошем конструктивном диалоге общаются, высказывают какие-то, значит, в том числе и негативные моменты, которые мы в срочном порядке будем поправлять. Стоит отметить, что встреча с активными жителями председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко проводит на постоянной основе. Ведь такой прямой диалог помогает всем его участникам на месте внести текущие изменения для дальнейшей работы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.